Новые назначения в правительстве республики. Дмитрий Пугачев назначен на пост временно исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли республики. Указ о назначении Александр Евстифеев подписал 17 июля. Дмитрию Пугачеву 38 лет. Он окончил Московскую государственную академию тонкохимической технологии по двум специальностям – нефтехимический синтез и по менеджмент. Он профессиональный управленец с опытом работы как в крупных нефтяных компаниях, так и в Министерстве регионального развития России. Отмечу, что в Мариэл у Дмитрия Пугачева будет масса возможностей проявить себя в качестве эффективного антикризисного менеджера. Напомню, что государственный долг республики составляет почти 14 миллиардов рублей. Это около 60% ежегодных собственных доходов региона.